Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по экономической игре «Ферма» от создателей Drift.biz. В этом видео я выводить ничего не буду. Просто хочу показать, как улучшать ферму. Ну и, во-первых, еще нужно подтвердить имейл. У меня не подтвержден он. Пропустила я этот этап. Кликаем. Так, от ваш имейл, на который будет отправлено письмо, со ссылкой для его подтверждения. Нажимаю «Отправить письмо». Отправлено. Идем на почту. Так. И ждем письмо. А письмо может быть попасть и в спам. Вот. Потому что мне в прошлый раз все в спам попало. Спам. Одно письмо. Наверное, оно туда и попало. Так, давай. Да, вот ферма, email. Так, опускаюсь ниже. Подтвердить email. Нажимаю. Перебрасывать на страничку. Так, сейчас загрузится. Все, email подтвержден у меня. Окей. На балансе для выплат у меня 33 рубля. Значит, кто не знает, можно зарабатывать здесь без вложений абсолютно. На просмотре серфинга здесь очень жирный серфинг. Его более чем достаточно. Вот 40 рекламок. И плюс нам дают еще амбар в подарок. Можно как бы развивать или же работать на серфинге просто на вывод, зарабатывать минимум на вывод здесь 1 рубль, или развивать свою ферму. Также здесь есть ежедневный бонус. Значит, я же буду переводить денежку для выплат на покупки и хочу улучшить свой амбар. Так. Давайте где так, покупка улучшений. Так, моя ферма. Вот у меня две фермы. Я купила за 200 рублей себе и подарок один. Надо найти, где обмен баланса. Вот обмен баланса. При пополнении 3,5% бонус дают. Так, обмен. Я переведу 30 рублей. Смотрите, обмен. Выплаты на покупки. На рекламу можно рекламить. И с рекламного баланса на покупки. Также можно это все обменивать. И минимум на обмен 1 рубль. Я так выплату сумму 30 рублей я буду. 30.00. На покупки. Обменять. Я обменяла. И денежка с выплат перешла на покупки. Теперь я иду. Моя ферма. И вот смотрите, у меня уже накапала денежка. Можно собирать прибыль от 1 рубля. Кликаем сюда «Собрать». Прибыль успешно собрана. 2,46. Далее что? Вот этот амбар в подарок. И мельницу я уже купила. Здесь информация, можно кликнуть, почитать. А здесь вкладочка «Повысить уровень».
кликаю повысить уровень, и здесь вот мне удаёт как бы вся информация. Вот на следующий уровень за 30 рублей. Кликаю повысить. Уровень 2 амбар стал мой. Следующий уже за 90 рублей можно повысить. Вот таким вот образом я буду развивать. Так как он только что стартовал 5 числа, по-моему. Вот. И на балансе для выплат у меня 5 рублей. Ну, для покупок пока нет ничего. Потому что здесь собрать прибыль идет на баланс для выплат. Вот. Ну, а как покупать, я вам показывала. Вот. Здесь вот покупка улучшений. Кликаем. И там перечень от построек, от амбар, дается в подарок купить за 10 рублей. Можно. Потом далее за 50 рублей. Ну и там по нарастающей. Кликаем и покупаем. Это, ну, прежде нужно пополнить баланс, естественно, на покупке. Вот также здесь можно и рекламить свои проекты. Ну а в проекте Drift у меня не так много игр. Я работаю. Вот у меня есть игра Nike Piratas, работает, платит, изумительная игра. Потом птички, замечательная игра. Потом вот этот Drift и вот ферма. Вот 4 игры у меня, вот все замечательные, все долгосрочные. И все работают и платят. Потому что очень трудно найти такую игру, чтобы уже работала, да? Потому что ну, такие игры, конечно. Вот, а хочется долгосрочного. Ну, вот у меня 6 рублей на вывод. И здесь мой таксопарк. Вот этот я купила. Он вот мой каршеринг. Здесь, конечно, подороже. Буду вот теперь я начинать его развивать. У меня здесь одна машинка куплена. Вот. Тоже от 1 рубля прибыль, собрать прибыль. Вот, и буду приобретать автомобили. Ну, здесь цена вот 49, 149 и там по нарастающей. А вот эти у меня, мой таксопарк, ну, здесь машинки уже, они подешевле. Их одну машинку в подарок дают за 10 рублей. Также здесь можно без вложений, ну и капает денежка поменьше. Здесь я уже ничего не вкладывала, из заработанных средств уже купила 3 машинки. Приобрела. Также по 10 рублей. Ну, теперь я буду уже денежку наращивать, как бы, да. И вот этот, здесь вот он побыстрее капает, как бы, идет заработок. Как я сказала, также без вложений, машинка в подарок и на серфинге. Хотите на вывод работайте, а хотите развивайтесь. Все платит, работает, все замечательно. Ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Я только вам подаю информацию, а принимать информацию или не принимать информацию, это только ваше дело. Вот. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.